Уважаемые сотрудники внутренних дел Челябинской области, от всей души поздравляем вас с вашим замечательным праздником, потому что без вас никто не может жить, без вас никто не может существовать, без вас никто не может жить счастливо. С праздником, здоровья, успехов, чтобы все у вас получалось в жизни. Эта тренировка хоккеистов «Металлурга» накануне Дня полиции получает такой вот необычный аккомпанемент. А почему бы и нет? Ведь профессии хоккеиста и полицейского, если задуматься, в чем-то похожи. И там трудятся самые отважные, смелые и крепкие духом и телом парни. Двукратные обладатели Кубка Гагарина по случаю профессионального праздника «Стражей порядка» даже были готовы освоить новое амплуа. Лишь только тот, кого нельзя согнуть. Второй дубль, давай. Сейчас, раз. Лишь только тот, кого нельзя согнуть. Способен мир от зла спасти. Ты сам однажды выбрал этот путь. И должен идти. Ради жизни, ради мечты. Каждый день без усталости ты. Поединок с неправдой вступаешь опять. Долг и честь эту службу нести, быть преградой у зла на пути. Ради правого дела собой рисковать. Уважаемые сотрудники полиции, поздравляем вас с вашим замечательным праздником.